Телекомпания «Вид» представляет. Слышку рояля, вы еще не пианист. Если вы поете в душе, вы еще не певец. Если вы угадываете мелодии, вы еще не угадаете. Потому что истинные угадайцы, они здесь, в нашей студии. Мы начинаем сегодня с нами здесь эстрадный оркестр под управлением Александра Евмеренко. И, конечно же, главные действующие лица, герои нашей программы, не появляются в студии. Встречаем их аплодисментами. Добро пожаловать. Прошу вас, занимайте ваши игровые места. Мы вас ждали. Мы действительно вас очень ждали, ждали вашего появления. Телезрители ждали выхода нашей программы в эфир. Все свершилось. Осталось только познакомиться. Участник под номером один – Александр Савин. Окончил Плехановскую академию. Его хобби – эксклюзивные рецепты приготовления овощей, которыми он привык удивлять друзей и близких. Александр Савин. Участница под номером два – Юлия Табункова. Педагог-организатор мечтает увидеть очарование старого города Моцарта и архиепископской крепости. Австрийский город Зальцбург. Юлия Табункова. И третий участник нашего сегодняшнего шоу Сергей Волков. Окончил военно-инженерное училище связи. Как истинный джентльмен, надеется когда-нибудь получить приглашение и побывать на ежегодном балу в Виндзорском замке. Сергей Волков. Я думаю, что самое время начать. Александр, вы участник под номером один. Выбирайте песни Игоря Крутого. Расскажите «Птицы», «Мех дороги», песни Олега Газманова. Что будете брать? Начнем с первого. Первый. Первый, первый. 1000 рублей. Слушаем музыку. Юлия, да. «Любовь, похожая на сон». Угадала! Я сейчас почитаю. Так, 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 так. Вам понадобилось всего 4 ноты, чтобы угадать эту мелодию. Аплодисменты, дорогие друзья, начало положено. Юлия, выбирайте. Давайте Газманова. Песни Олега Газманова. У нас сегодня две категории двух замечательных композиторов. Нота. Вторая. Слушаем музыку. Александр. Господа, да, офицеры. Не надо бояться, вы можете разломать свое игровое место. Да, господа офицеры, совершенно верно, да. По поводу игрового места, если вы его сломаете, мы принесем новое. И, кстати, не вычтем из вашего выигрыша. Но если вы оставите его в целостности, мы, в общем-то, будем вам признательны. За это, Александр, выбирайте. Крутой четвертый. Крутой. Их уже 4? А, нота 4. Песня Игоря Крутого, нота номер 4. Слушаем. Да, Юля. Сейчас. Леонтьев. Да. Оно все искрится, золотится. Юлечка. Вы поехали на юг. Поплыли. Сами понимаете, где? Нырнули и увидели его. Монеты он кидал. Сокровище Черного моря. Не могу принять этот ответ как верный. Но долго, долго, долго я вам рассказывал. О надувном матрасе, на котором вы плывете по Черному морю. Видите там сокровище, бросаете монетку, оно увеличивает сокровище. Ничего страшного, две мелодии. Тем более, что это первый тур разминочный. Две мелодии вы вне игры. Сергей, выбирайте. Песня Игоря Крутого. Песня Игоря Крутого. Нота. Третья. Слушаем. Сергей. Ирина Олегрова, я тучу разведу руками. Я тучу разведу руками. Да. Продолжим. Продолжим играть. И нота номер два. Выбираем единственно оставшуюся ноту. Нота номер два в категории песни Игоря Крутого. Вперед. Да, Александр. Та-ра-ра-ра, во сне. Мадонна. Мадонна, да, так называется эта песня. Абсолютно верно. Ходит солнце в студии, ибо это Юля озаряет всех присутствующих своей улыбкой. Она снова в игре. Александр, выбирайте. Давайте Газманова 3. Газманова. Нота номер 3. Слушаем. Александр.
Александр! Пляж, ты, да? А морской берег там... А вы знаете, где сейчас была Юля? Ну, морской вот, берег. Не уподобляйтесь. Этот... Море какое? Балтийский берег. Да, да, да. Балтийский берег. Но ваша вы... родина, ваша родина. Фактически тяжелая дверь камеры уже была открыта перед вами. Вы одной ногой заступили и вернулись. Как правильно сделали? Забыть, да. Выбирайте. Ну, давайте... Расскажите птицы ты... Расскажите птицы. Итак, в этой категории песни о пернатых, нота номер два. Слушаем. Александр вас опередил, Юля, да. Из полей доносится печаль. Соловьиной рощи. А, заметьте, вы сделали цезуру, потому что чуть не сказали, из полей доносится налей. Да. Угар, конечно. Соловьиная роща. Итак, дорогие друзья, на этом первый тур нашей программы заканчивается. Что я вижу? Были ошибки, были почти ошибки, но было много угадных мелодий во втором туре. Надо закреплять только хорошее. Прошу вас, зайдите на подиум, уважаемые участники, и возвращайтесь через несколько мгновений. Юля ужасно расстраивается по поводу своей ошибки. Забудьте, Юля, об этой ошибке. Вперед, угадывать мелодии в нашем шоу. Юля, а вы по-прежнему расстроены, что вот в первом туре я вот вроде бы и должен был засчитать, но не засчитал, и, в общем-то, таите на меня обиду. Нет, ну таите обиду. Александр, я не люблю ссориться с игроками, потому что, в конце концов, мы живем в одном городе, и мало ли на какой темной улочке встретимся. Отдайте, пожалуйста, Юле право выбора во втором туре. Итак, Юля, выбирайте. Теперь все? Теперь мир? Да. Мир. «Сладкие грезы», песня Александры Пахмутовой «Оптимист», музыка из окон. Давайте «Сладкие грезы». «Сладкие грезы». Итак, здесь мечты во сне и наяву. В этой категории 1500 стартовая. Слушаем. Да, Юля? Городок. Городок, совершенно верно, так называется. Это мелодия, да. Ах, как хочется вернуться. Ах, как хочется ворваться в городок. Выбирайте. А я могу продолжить? Да, конечно, пожалуйста. Следующая мелодия в этой категории. Вперед. Это из кинофильма «17 мгновений весны». Да. Я прошу, что не надолго. Хоть не надолго. Фраза из песни прозвучала. С небольшими ошибками. Выбирайте, Сергей. Песня Александры Пахмутовой. Песня Александры Пахмутовой. Очень хорошая категория. Я думаю, что здесь вы будете нажимать кнопки буквально через одну секунду после того, как мелодия зазвучит. Поехали. До свидания, наш ласковый Миша. Возвращайся в свой сказочный лес, угарана! Юлечка, выбирайте, пожалуйста. Музыка из окон. Музыка из окон. Юля! Выпьем за любовь. Юля, вы уже решили раздавить наше игровое место? Ради бога, если вам так удобнее играть, пожалуйста, угарана, конечно! Итак... «Оптимист», продолжим. «Музыка из окон», песня Пахмутовой. Продолжим. «Музыка из окон». Слушаем. Александр. Я за тебя, а я на тебе никогда не женюсь. Без сомнения, именно эта мелодия звучала. Я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт. Сергей, второй тур не резиновый. Ваши соперники вас сильно опережают. Догоняйте. Прошу, Александр. Ну, давайте «Музыка из окон». «Музыка из окон». Слушаем. Александр первый. Первая пора. Школьная пора. И при всякой погоде пропадали пропадом мы во дворах. Школьная пора. Именно так называется мелодия. Ну что же, что будете выбирать? Ну, у нас одна осталась категория. Давайте третью. Оптимист. Да. В этих песнях все обязательно будет хорошо. Слушаем. Хорошо, Вера Сердючка, все будет. Абсолютно верно, да, хорошо. Прозвучало всего два аккорда. Выбирайте. Давайте там же остановимся. Оставимся в категории «Оптимист». Следующая мелодия. Вперед! Юля!
Вы осваиваете новые методы, доселе не видно. Мне тяжело, она не дается. Не надо печалиться. Вся жизнь впереди, надеюсь, и жизнь, да. Опробовали, Юля, когда-нибудь? Из-за спины, и вот так вот, и вот так, так, так. Я думаю, что мы еще увидим сегодня, но правда, мы это сможем сделать только в финале, новые способы нажимания на желтую кнопку, потому что второй тур нашей программы закончился. Сергей, я предупреждал вас, у вас очень сильные соперники. Все благодарят вас за участие в нашем сегодняшнем шоу. Аплодисменты, Сергей, браво, спасибо огромное. Юлия, Александр, увидимся в третьем туре. Прошу вас, уважаемые игроки, займите место на подиуме. А можно, кстати, и запрыгнуть на игровое место, а можно и ногой. Да как хотите, у нас шоу позволяет делать все, что угодно. Что является универсальным проигрывателем, наша программа позволяет выиграть неплохие деньги. Итак, третий тур нашего шоу начинается. Александр, Юля, занимайте ваши игровые места. Добро пожаловать в третий тур. Вы в отличном настроении. Заметьте, как оно возрастает от тура к туру, потому что вы угадываете, вы ощущаете собственный опыт, собственный героизм и, главное, любовь зрителей, которая выражается, естественно, аплодисментами на нашей площадке. Добро пожаловать, еще раз говорю, добро пожаловать в третий тур. Александр, вы начинаете торги, потому что у вас больше денег, чем у Юли. После моей подсказки. Песня о знаменитом одессите. Прошу. Ну, я угадаю эту песню 7 минут. Я с 6 попробую. Угадывай. Угадывай. Александр, спасибо. Странно, на вас-то не похоже, вы борец. Итак, 6 нот песни о знаменитом одессите. Слушаем. Шаланды полные кефали? Да. В Одессу кости приводил. Фаланги — это пальцы, вы знаете. Часть пальца. Абсолютно верно, конечно. Внимание. Подсказка номер 2. Песня благодарного потомка. Юля, вы начинаете, прошу. Я с 7. Я с 6. С 5. Угадывай. Итак, 5 нот песни благодарного потомка. Слушаем. Мои старики. Дорогие мои старики, да. Я вас сейчас расцелую. Угадано. Александр. Ситуация это ого-го. 2-0 в пользу Юли. Если она выиграет еще одно очко, она победит. Подсказка номер 3. Песня о сновидении листопада. Красивая конструкция. Прошу вас, Юля, вы начинаете. Ну, я опять с 7 попробую. С 5. Угадывайте. 5 нот песни о сновидении листопада. Слушаем. Листья желтые. Над городом кружатся. На самом деле, выиграть торги не так сложно. Угадать с 5 нот тоже. Подсказка номер 4. Счет 2-1. Песня о редком семейном празднике. Александр, прошу. Я угадаю с 5. Ну что так сразу? А это и право начинающего торги. Да, хоть с 3. Я с 4. Угадывай. Угадывайте. Итак, 4 ноты песни о редком семейном празднике. Слушаем. Раз, Юля, 2. Смотрите на меня. 3. Ответ. Серебряные свадьбы. Так называлась эта мелодия. Вы ее наверняка знали, наверняка слышали. Да. Сейчас вы ее вспомнили. Счет 2-2. Внимание! Подсказка номер 5. Решающая. Песня о лунной любовной тоске. Александр, прошу. Опять с 5. Угадывай. Итак, песня о лунной любовной тоске. 5 нот. Слушаем. Раз, Александр. 2. Лунный. 3. Это романс «Ночь светла». Сейчас становится 3-2 в пользу Юли. Вы знаете, Александр, я знаю очень много мелодий, но рядом с Юлей я бы тоже проиграл. А не зазорно проиграть такой красивой девушке. Александр, вам аплодисменты, слова благодарности от наших зрителей. Юля, а не встретится ли нам вновь?
супер игре. Прошу вас, зайдите на более уважаемые участники. Итак, кто стал на свои места, мы знаем имя финалистки, но не знаем исхода супер игры. Это будет интересное зрелище. Не вздумайте пропустить. Нашей программы «Очаровательная Юлия Табункова» появляется в студию. Как мы рады, что вы сегодня с нами, что вы стали победительницей, занимаете ваше центральное место, место финалистки. Итак, Юлия, давайте сразу подведем итоги. 18 421 рубль – это ваш выигрыш. Вы его не можете проиграть, можете выиграть еще 10 тысяч. Но даже не в деньгах счастье, не деньги главное, это слава. Ощущение и звание суперфиналистки и суперпобедительницы нашего шоу. Вы готовы? Да, кстати, мы ждем новых приемов нажатия на желтую кнопку. Я говорил, можно и так, и из-за спины, и с проворотом. Помните, что нельзя ошибаться, но можно пропускать. Финалистка нашей программы Юлия Табункова штурмует высоты нашего сегодняшнего Олимпа. Тишина в студии. Начали. Un momento. Дальше. Вас от милой не стану. Знаю сам, что говорю. Да, да, да. Это курочки. Дальше. Так, помните, так, что нельзя ошибаться. Нельзя, да, нельзя. Пропускаю. Пока пропускаем. Дальше. Вот могу подсказать. Есть два варианта подсказки. Это с лунной походкой или без лунной походки. Как подсказывать? С лунной походкой это вот так вот. Коряво получилось и так. Второе это... Пока пропустим. Да, я пропустим. Пока пропустим. Дальше. Премьер-министр. Угу. Что-то там... Ваня плюс Маша равняется... Угу. Валдис плюс Юлия равняется Эл. Да, 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 любовная арифметика, угадана. Дальше. А пожелайте нам ни пуха, ни пера. Прорвемся. Да, угадана. Мелодия номер 7. А я все летала. Но я так и знала. Итак, в запасе 13 секунд. За 17 секунд вы угадали 5 мелодий. 2 мелодии впереди. А ну-ка послушаем. Не хожу. Я... Улица такая есть в Москве. Ой, я нервничаю. Тверская. По Тверской, Ямск. По Тверской, Ямской, да, да. Вдоль по Питерской, по Тверской, Ямской. Но я исчерпал весь запас своих подсказок. Все, хватит. Да. Иногда суперигры нужно и проигрывать. А иногда и надо выигрывать. Слушаем мелодию номер 4. Я пройду, по-моему, Арбака это поет. Нет, сейчас еще, сейчас. Юля, у вас еще есть 5 секунд. Ну, давайте. Слушаем. Три секунды. Ох, мои ножки, мои ножки. Вам везет! Да, 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 да! Юля Табункова побеждает в суперигре нашего сегодняшнего шоу. Поздравляю, Юля, от всей души. Дорогие друзья, ну что же, да, для того, чтобы выиграть суперигру, нужно постараться. Юля постаралась, в третьей попытке она угадала эту загадочную песню «Только не назад» Аллы Борисовны Пугачевой. Мы уходим, вроде бы музыка должна смолкнуть, но нет. Группа «Блестящие», а я все летала, остается с вами. Счастливо! Thank you.
наша любовь, и мы только вдвоем. Ты несешь меня на руках, и я уже в облаках. А я взлетала, но я знала, что мечты лишь мало для любви. Ла-ла-ла. А я взлетала, но я знала, что мечты лишь мало. Я плыву, растаял ты в них и оставил одну. Знай же, помни, как были с тобой, нашу храню любовь. Без тебя, как без неба луна, ночь так темна, а я холодна. Но не думай, я не грущу, так я сама. Thank you.